Всем доброе время суток, представляю перед вами такой вот интересный автомобиль, это Nissan Leon Crexton 2018 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 2,2 литра турбодизель, также автомобиль с полным приводом, с автоматической коробкой передач, плюс у нас еще ко всему 7-местный, отличная комплектация, отличное техническое состояние, красивый внешний вид и шикарная комплектация. Пойдемте, я вам все покажу. Ну и колеса на этом автомобиле тоже очень симпатично смотрятся, лично мне очень нравится. Так, значит, у нас с вами багажник с электроприводом. Вот, у нас с вами еще здесь два сложенных кресла. При желании их можно отсюда достать. Надо будет немножко отодвинуть сиденье. Ну, короче, машина семиместная. Багажник большой, просторный. Огромный даже, я бы сказал. Все красиво выглядит. Так, давайте, значит, посмотрим. Сзади у нас с вами идеальный просто салончик. Чистенький, аккуратный, красивый, кстати, у автомобиля черный потолок. Весь автомобиль черный, потолок у него тоже черный. Красиво смотрится. Сзади есть подогрев сидений на два режима. Чуть не слишком темно, но здесь есть подсветка ручек, сенсор, бесключевой доступ. Здесь у нас с вами тоже замечательный, чистенький салончик. Состояние отличное. Карта дверей, панель, водительская дверь. Выглядит все тоже очень красиво. Переднее кресло у нас с электроприводом, пассажирское с механическим. В комплекте есть вот такой вот ключ, у нас бесключевой доступ. Вот так это все красиво загорается, классно смотрится. Так, значит, давайте будем с вами изучать комплектацию. У нас здесь с вами стеклоподъемники, блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников, регулировка зеркал, функция складывания зеркал. Идем дальше. Кнопка отключения стабилизации, помощь при спуске, открывание багажника, корректор фар, принудительное включение партроников. И это у нас кнопка, как я понимаю, подключать подогреватель. Также у нас с вами мультируль. Есть подогрев руля. Также здесь мультируль, если честно, вообще очень много кнопок. Можно, наверное, управлять практически всем автомобилем. То есть, значит, у нас подогрев, аудиосистема. Дальше здесь у нас с вами управление бортовым компьютером. Здесь у нас находится дистайн. Тут, кстати, очень много информации. Буквально вот на центральной консоли. Это, ну, я считаю, что это очень удобно. Так, дальше. Электроручник, управление полным приводом. Автохолд, коробочка передач. Здесь у нас с вами две розетки 12 вольт, USB AUX разъем. Так, подогрев сиденья у нас есть. И также есть в обратную сторону сделано, есть вентиляция сидений. Вот они сразу включаются. Тоже классная функция. Отопитель салона с кондиционером, штатная магнитола, кстати, с приятным звучанием, я вообще удивлен. Играет громкое и приятное звучание. Так, ну, кнопочка старт-стоп, я вам говорил. Кстати, у нас есть еще датчик света. Аварийка у нас включается вот здесь. Датчик света. Также у нас с вами есть датчик дождя. Ну, и у нас с вами сейчас заведен автомобиль. Идеально ровно работает мотор. Ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 86 тысяч километров. И когда вы выходите из дома, нажимаете кнопку «Открыть автомобиль». Вот так он вас красиво встречает. Сразу загораются фары, раскладываются зеркала, загорается подсветочка вот там вот. Под зеркалами она тоже здесь у нас с вами есть. Так что вот такой вот красивый, замечательный Nissan Leon. На ваших экранах машина у нас в наличии. Лучше вам приехать к нам на осмотр. Мы с вами сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся. Все вам расскажем про автомобиль. Если вам все понравится, машину сможете у нас приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.